Физкульт, привет, друзья и ученики, просто случайный зритель. Сегодня поговорим на тему тренинга различных мышечных волокон, вообще смены режима тренинга, даже если не брать в расчет разные типы мышечного волокна: гликолитическое, окислительное, промежуточное. И на эту тему натолкнули меня ваши последние вопросы, которые звучат следующим образом. Можно ли в одну тренировку и нужно ли в одну тренировку тренировать разные типы мышечного волокна? К примеру, если вы тренируете бицепс и трицепс, стоит ли, к примеру, бицепс сегодня тренировать на гликолитическое мышечное волокно, а трицепс, скажем, на окислительное? Понимаете, да, о чем я говорю? Стоит ли совмещать в один тренировочный день тренинг разный тренинг на разные типы мышечного волокна? Так вот, друзья, многие меня, мои подписчики, критиковали, отговаривали участвовать в стримах у Юры Спасокоцкого на канале. Но на самом деле я уже не раз говорил, что это все делается только для пополнения знаний, опыта, обмена знаниями и опытом. И Юрина аудитория сможет услышать мои принципы, методы, подходы, взгляды к тренингу, что тоже хорошо. И я смогу услышать многие интересные вещи, как минимум, от Юры и от тех людей, которых он приглашает к себе на стримы. Вот вы все, кто смотрели эти стримы, видели, что был приглашен специалист, ученик или партнер Силуянова, Салим, который сказал, что перетренировать именно в плане тренинга центральную нервную систему невозможно. Я с этим все равно не согласен, но не суть. Суть в том, что не важно, что мы можем перетренировать, а Салим подчеркнул, что очень важно не перегружать, не перетренировывать, если хотите, эндокринную систему. Эндокринная система, вы знаете, да, гормоны, очень-очень важная система, и если смотреть, копать глубже, то центральная нервная система и эндокринная нервная система, они все равно работают совместно, вместе, и обе эти системы равнозначно важны для тренинга, для жизнедеятельности, вообще для здоровья просто. Поэтому, угнетая, неважно какую систему, мы наносим себе вред. Вот почему даже научно обоснованно мы подтверждаем, да, то, о чем я всегда говорю. О смене режима тренинга именно для того, чтобы не наносить вред организму. Неважно с точки зрения эндокринной нервной системы или центральной нервной системы, или какой-либо еще. Факт остается фактом, что однотипный тренинг изо дня в день, из недели в месяц, из месяца в годы однозначно будет вредить вам и при этом являться непродуктивным, контрпродуктивным с точки зрения развития силы, развития гипертрофии. Так вот, вернемся, друзья, к нашим баранам относительно тренинга различного типа мышечного волокна в одну тренировку. Исходя из того, что я рассказал вам выше, вы, как грамотные люди, сами уже поняли, что нет смысла, по крайней мере, на постоянной основе, тренировать различные типы мышечных волокон в один день. Если только мы не будем включать это в режим нашей периодизации
которая будет повторяться, такая тренировка на одну мышечную группу, не чаще, скажем, полтора раза, вернее, раз в полтора-два месяца. При таком режиме это допустимо. Но опять-таки, здесь подчеркну, это не новичок и даже не среднячок. Это уже приближенный к продвинутому уровню. Вообще смысл переходить на периодизацию, не достигнув определенных силовых показателей, силовых тестов, о которых написано и в моей книге, и в мужской, и женской, и в статьях, и я говорю об этом в видеороликах, нет смысла переходить на периодизационный тренинг, пока вы не достигли определенных силовых показателей. Если вы вдруг прослушали это, упустили каким-то образом, найдите мою статью или найдите видеоролик, и отдельно для парней, отдельно для девушек даны нормативы, которые вы должны выполнить, которые будут вам показывать, что вы готовы и что вам необходимо переходить на периодизационный тренинг. Почему выгодно нам, именно выгодно нам, с точки зрения здоровья, с точки зрения продуктивности тренинга, чередовать от недели к неделе разный тип тренинга? К примеру, как это делаю я? Я чередую следующим образом. Неделя у меня, обычная неделя на гипертрофию, именно гликолитического мышечного волокна. Это обычные тренировки, которые все мы с вами привыкли делать и видеть в залах и видеороликах. Следующая неделя у меня один из типов тренинга на окислительные мышечные волокна. У меня их как минимум 5. То есть вы понимаете, что 5 различных тренингов на окислительные мышечные волокна. На гликолитическое волокно тоже как минимум 3 разных типа тренинга. И в рамках периодизации, внутри периодизации на один тип мышечного волокна есть сама микропериодизация, где чередуются такие тренировки. Так вот, гликолитическая неделя, неделя окислительного волокна, затем идет силовая неделя. Кто-то скажет, что силовая неделя — это тоже же и гликолитические волокна. Да, но когда я говорю гликолитический, я подразумеваю тренинг на гипертрофию. Когда я говорю сегодня силовая, я подразумеваю тренинг на развитие силовых качеств. Вот вы видите, у нас есть уже как минимум 3 разные недели. Гипертрофия гликолитического волокна, окислительные волокна, затем развитие силовых качеств. Но это еще не все. Я чередую окислительные мышечные волокна неделя через неделю. То есть, понимаете, да? К примеру, неделя номер 2 – окислительные мышечные волокна. Неделя номер 4 – окислительные мышечные волокна. Неделя номер 6 – окислительные мышечные волокна. И каждое четное число у меня – окислительное мышечное волокно. Но, как вы уже услышали раньше, это 5 разных видов тренинга, о чем тоже нужно помнить. Но мы не забываем еще с вами о промежуточном мышечном волокне. Работа на выносливость. Но работа на выносливость у меня включена в программы тренинга на окислительные мышечные волокна. Плюс силовые тренировки. Это тоже как минимум 5-6 различных типов тренинга. На промежуточное мышечное волокно у меня 2 типа тренинга. Посчитайте, через какое время повторяется одна и та же тренировка. Понимаете, в таком ключе мы с вами постоянно прогрессируем, не нанося вред своему здоровью. Как сказал Салим, эндокринная система не страдает, не угнетается по той простой причине, что каждый раз мы по-разному на нее воздействуем, и она выбрасывает гормоны в каждом из видов тренинга, но разное количество гормонов. Вот что такое периодизация с точки зрения эндокринной системы. И мне здесь совершенно не нравятся подходы «тяжелая, легкая тренировка». Каждая тренировка, друзья, любая, на гликолитическое мышечное волокно, на окислительное, на
промежуточная. Это всегда тренировка мощная. Легкой тренировкой тоже условно можно назвать силовую тренировку, когда мы работаем с интенсивностью, подчеркиваю, 90-95%, а иногда и 80%, не от рабочего веса, а от тех ментальных, психических усилий, которые мы прикладываем к упражнению. Веса, естественно, будут тоже тяжелые, но работаем на 2-3 повторения, а иногда и на одно. Естественно, веса там гораздо ниже, но они остаются высокими. К примеру, чтобы вы понимали, о чем речь. Если я в становой тяге могу потянуть 280 килограмм, так вот, когда я работаю на такой условно облегченной силовой тренировке, хочу сделать просто объем тренировочной нагрузки, я буду делать где-то с весом от 220 до 240 на 2-3 повторения. Гормоны, конечно же, тоже выбрасываются, вы представляете, какие, насколько мощно, но при этом уровень выбрасываемых гормонов совершенно другой. Рекрутируются мышечные волокна в гораздо меньшей степени, чем при работе со 100% интенсивностью. И вот такая нагрузка, она постоянно позволяет вам прогрессировать в рамках периодизации. Вы ведь можете добавлять вес на каждой новой тренировке, потому что одна тренировка у меня повторяется, как я уже говорил, где-то раз в 2 месяца. При этом я не теряю ни объемов, ни силы. Нет, все только набирается. При линейном тренинге что происходит? Когда вы выбрали для себя, как вы считаете, самый лучший вид тренинга. Для кого-то это многоповторка, для кого-то это малоповторка, неважно. И вот вы постоянно, из недели в месяцы, из месяца в годы, долбите, постоянно однотипно воздействуя на вашу центральную нервную систему, во-первых. Но, как говорит наука, на эндокринную. Эндокринная система угнетается и наступает крах. Крах всему. И здоровью, вы чувствуете себя плохо, отсюда синдром хронической усталости, недовосстановления. Сколько бы вы ни спали, вы не высыпаетесь. Как бы вы ни отдыхали между тренировками, вы не восстанавливаетесь, вы постоянно разбиты. Вот причина, друзья, того, почему так происходит. Это самая распространенная причина. Как много людей, вы знаете, которые циклируют свои тренировки хотя бы неделя к неделе. Ну, максимум есть люди, которые делают тяжело-легко, да? Но с точки зрения подхода к мышечному волокну, таких людей практически нет, к сожалению. И вот почему причина такого плохого развития, как силы, так и массы. Не забывайте, что для натурально тренирующегося атлета развитие силовых качеств первостепенно. За силой будет приходить масса у натурального атлета. И неважно, верите вы в силовой тренинг или вы верите в памповую накачку. Вы обязаны по достижению силовых показателей, нормативов, тренировать и то, и другое. Чтобы не было споров, что лучше, это вообще неправильно поставленный вопрос. Потому что человек будет прогрессировать и там, и там. Но еще больше человек будет прогрессировать и постоянно, отодвигая свое плато, отодвигая стену, в которую мы как бараны лбами своими бьемся. Это, друзья, периодизация, циклирование, вариативность. Называйте как хотите. Суть от этого не поменяется. Вы должны это четко понять, осознать и применять. Потому что от этого зависит то, насколько вы грамотно вообще тренируетесь, насколько вы будете прогрессировать, насколько вы будете не наносить вред своему здоровью.
Ну, естественно, весь мир от этого меняется. Попробуйте, если вы никогда не циклировали ваши тренировки, менять режимы. Меняйте режимы хотя бы пока в рамках тренинга на силу, когда вы будете делать 3-5 повторений не в отказ, и в рамках 8-12-15 повторений в памповом режиме. Попробуйте вот так, неделя так, неделя так. Вы даже просто, переходя на такой режим, почувствуете, как вы заново родились. Заново родились, прежде всего, с точки зрения желания тренироваться. Каждая тренировка будет у вас желанной. Вы будете просыпаться и как в молодости, как в юности думать, ждать эту тренировку. Это как раз таки говорит о том, что гормоны играют, гормоны выбрасываются не однотипно. Это будет и действовать омолаживающе на организм. И самое главное, та же центральная нервная система, верите вы в это или нет, будет к вам более лояльна. Вы будете благодарны, она будет позитивом откликаться на все, что вы делаете. И это я говорю сейчас уже не в рамках тренинга. Потому что нет ничего хуже для центральной нервной системы, чем монотонность, однотипность. Это убивает жизнь. Так что, друзья, запомните, не превращайте свои жизни в мечты. Сделайте вашу жизнь мечтою. Вот к чему нужно стремиться. Спасибо за просмотр. Спасибо, что присылаете мне ваши вопросы. За то, что мы развиваемся вместе с вами, за конструктивную критику. Не забывайте вступать в мою закрытую группу ВКонтакте. Стоимость всего 250 баксов, но вы получаете пожизненное членство, и нас в группе уже 344 человека, и ни одного недовольного. В группе отдельно парни, отдельно девушки получают новую программу тренинга на каждую новую неделю. Как раз таки рассчитанную по принципу периодизации, основанном на различном типе мышечного волокна. И не важно, верите вы в это или не верите. Важно то, что вы будете прогрессировать, вы не будете уставать, вы не будете упираться лбом в стенку, вы будете давать организму отдых за счет смены режимов работы и сохранять и улучшать свое здоровье, что может быть лучше. А также не забывайте приобрести мои книги. Их вышло уже две. Отдельно для девочек, отдельно для парней. Это серия книг «Fuck Fitness». Почему она так называется, вы поймете, прочитав эту книгу. Взгляд и подход к тренингу кардинально отличается от общепринятого. И дает результат. Спасибо, друзья, что смотрите меня.